Здравствуйте, друзья, на связи Денис Телегин. Недавно я снимал видео о шумоизоляционном материале от компании Техносонус. И тогда же я сказал, что обязательно будет видео о том, как этот материал мы будем укладывать, и будет еще третье видео о том, как поверх этого материала мы будем делать стяжку пола. Вчера мы уже выложили этот материал, и сегодня я сниму видео о том, какие особенности есть при укладке данной шумоизоляции. По большому счету, при работе с данным материалом сложного ничего нет. Он рулонный, поэтому его легко раскатывать, особенно на больших площадях. Первое, что мы сделали, это пропылесосили основание, а потом его загрунтовали. Дальше мы раскатали этот материал и завели его на стены примерно сантиметров на 15. Ну а швы мы проклеили специальным армирующим скотчем. Единственный недостаток, который проявился в процессе работы, заключается в том, что эту шумоизоляцию необходимо резать ножом. И для этого лучше использовать дорогие качественные лезвия. Потому что лезвия за 100 рублей не режут этот материал, а рвут. Так как у нас поверх этой шумоизоляции будет делаться стяжка пола, то сверху мы накрыли ее полиэтиленовой пленкой плотностью 200 микрон.
Итак, друзья, мы смонтировали шумоизоляцию на пол, и на этом второе видео у меня заканчивается. Дальше будет третье видео о том, как поверх этой шумоизоляции мы будем делать стяжку пола. Так как стяжка пола плавающая, то она должна обязательно армироваться металлической дорожной сеткой. Но это тема уже третьего видео. А на этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.